Ежегодно в Республике Татарстан проходит третий конкурс-фестиваль национальных самодеятельных авторов песни. Его организаторы ищут талантливых композиторов и поэтов, сочиняющих оригинальную музыку и тексты. Эстрадные произведения на родном языке должны оценить слушатели. Вот что сказал по этому поводу генеральный продюсер проекта Жаудат Гильманов. Мы хотим, чтобы в одном месте собрать исполнителей и тех людей, кто сочиняет, чтобы они посмотрели не только тех композиторов, которые постоянно, которые уже популярны в Татарстане, там, Мариэл, Чувашии, но что есть еще в деревнях другие люди, которые тоже сочиняют и сочиняют очень хорошие песни. Вот их объединить, чтобы они пришли, посмотрели, выбрали эти свои песни –